Как тебе такое, сучка, блядь? Иди сюда, сказал мне, чтобы не стрелю, сука. Здорово, ребятки, здорово. Ха-ха, блядь. Мне выдали лидерку. Ищешь хороший сервер для хорошего времяпровождения и отдыха от дел и бытовых проблем? Тогда тебе на Illusion RP. Часто проходят конкурсы с денежными призами, игровые аккаунты и многое другое. Каждый день команда разработчиков трудится над обновлениями для приятной и комфортной игры на сервере. Они всегда прислушиваются к мнению игроков и ценят их, а также за каждые найденные баги поощряют. Адекватная и дружелюбная администрация, которая никогда не оставит вас без ответа. Присоединяйся, ссылка в описании. Фух, пацаны, бля, только зашел, давно папочка на коптах не был. Так, вот этого быстро зажимаю. Ну, сдохни. А, нет, не обоссывайте. Ха, бля, чуть тебя обоссали. Ха, сука. Бля, что так жестко, сука. Иди сюда, бля, опа, ну. Раз, ой, убил папу, убил. Прям перед варном чела убил. Вот это хорошо, я так, следующий, бля. Иди сюда, парень, дайте, папочка хочет в топы. Бля, его убили. А, ну дать. Так, еще бежит. Ой, лидер просто. Иди ко мне, братик. Иди ко мне. Бит моя ждет тебя. Так. Ну давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Стой, стой. Давай, давай, давай. Только не зайди в магазин. Пах. Чего? Лежать, ё-моё, чуть не обоссал. Чуть этот чел фраг еще не своровал, бля. Хотел на биту посадить, но челу повезло, окей. Папа злой, бля, папа злой. Так, нужно создать супер тачку. Так, опа, все, отлично, прыгаем. Так, парень, ты тут это, не садись, братан. Так, все, прыгаем, пошли, блядь. Так, я вижу этих оппонентиков, нахуй. Вы разозлили папочку, вы разозлили, блядь. Вы на того напали, ребятки. Так, вижу оппонента, иди сюда, блядь. Как тебе такое, сучка, блядь? Иди сюда, сказал мне, чтобы не стрелю, сука. Блять, бешеный, давай, братик. Сука, окей, блять. Окей, давай с другой пушки, бля, он еще и убивает нашего. А вот так вот тебе, блять, как? Давай, гаси его, брат. Гаси его, блять. Бля, он еще убьет сейчас нашего. Так, убил, отлично. Минус 3 просто от папы, блять. Ну тут, походу, вообще никого не осталось, бля. Давно я не был на коптах, пацаны. Просто бешеный, готов просто пушкой разносить всех. Ну все, мы, походу, захватили территорию 30-23. Хорошо, бля, пацаны, красавчики, уважуха, ёпта. Все за отстек залетаем. Вы чё, охуели, кто стреляет, блядь? Здравствуйте, нахуй, папа взорвался. Да, блядь, стоит, здорово, ребятки, бля, здорово. Ха-ха, блядь, приветики, ёбая, как у вас дела? Блядь, сейчас убьют, еще танк взорвут, тут танк можно взорвать. Блядь, ну. Здравствуйте, здравствуйте, блядь. Бля, что они вообще скажут? Ёбнутый, бля, еще сейчас танк своруют. Ой-ой, стреляет, стреляет. Так, уходим отсюда, СКш нам нельзя, блядь. Мы же, бля, правильные игроки, мы же хорошие парни, ё-мо. Так, братец, ты куда бежишь, СКш нельзя. Так, ну чё, пойдут они кто-нибудь? Если за теру уйдут. Ну нахуя ты взрываешь, ты конченый, что ли? Ты ёбнутый, блядь. Ты конченый, блядь. Ну это просто на... А, ну это охуенный чел. Охуенный чел, спасибо за настроение. Сын говнища, ты конченый, просто ублюдище, бля. Взял мне танк, взорвал. Так, блядь, я не понял нахуй. Кто посмел папочку коптить, блядь? Ну, пск. Блядь, я не даю никогда никому себя коптить, блядь. Сейчас нахуй заточу. Похуй то, что мы коптанули, но все равно, блядь. Так, нахуй, сейчас я устрою, блядь. Настоящий нахуй кап, блядь. Сука, просто третья мировая в сампе, блядь. Кто здесь? Пау, блядь. Куда? Да сюда. Нет, во, во. Да, вот так. Да ебаный в рот. Сука, во Вьетнаме разучился летать. Блять. Блять, 50 лет прошло. Давайте чисто своих будем, пацаны. Сейчас своих загасим. А во, вижу балосов, вижу. Чисто, по, блять, по, на горизонте. Так, пацанам будет видно взрыв? Да, это жестко, да. Блин, да я летать вообще умею, нет? Что за даун пишут? Бля, он дэмэдж, что ли, наносит? Сука, ору, блядь. Сынья, девчата, ору. Блядь, нет! Сука, нет, папу взрывают! Нет! Нет, сука! Кто? Кто посмел папу взорвать, блядь? Гады! Где, кто, блядь? Кого, блядь, всех разъебу? Это Вьетнам, блядь, это... Ой-ой, пацаны. Так, раз, опа, два. Ну, мой! Ой, отлично, убил, минус один. Иду дальше. Так, не останавливаюсь, не останавливаюсь на достигнутом. Чел тайм прописал, но это тебе не поможет, братишка. Я всегда фрапшу и играю без читиков. Ну, ну как так? Ты чё, стилишь, блядь? Кто стилит с минигана? Ты чё делать?
Что это за долбоебище, а? Бля, это просто пиздец, ребят. Не думайте то, что Митин, о, блядь, на танке разъезжает на вертолетах, ребят. Эта хуйня не наносит дэмэджа, как вы поняли, миниган тоже. Это чисто порофлит, ребят, третья мировая в сампе, блядь. Вот, реакции игроков, так сказать, посмотрим. Вот, только объекты ломает. Все, папа поехал, нахуй. Папа поехал, ёпта. Здравствуйте, блядь. Чисто Афганистан, ёпта, Вьетнам, все что угодно. Ё-моё, на козла. Танк на козла встал, чё за... Что это за... Что это, блядь? О, эти мясо от стыка, блядь, зачем я взорву? Бля, подожди. Они сыкашки, ну-ка. Ну-ка, я смогу взорвать машину? Бля, они тоже по мне стреляют. Они мой танк смогут взорвать тоже. Бля, ой, я убил, походу. Нет, пацаны, надо. Ой, нет, не убивайте. Извините, парни, извините, пожалуйста, простите. Ребят, игровому процессу я не мешаю, надеюсь, вам реально понравилось, было весело. Я не знаю, реакции игроков, некоторые угорают, некоторые такие, бля, да администратор, я его сниму сейчас, сука. Ну, знаете, завистники, ебаные хейтеры, выкусите мой вот такой здоровый дилдо, блядь. Я нахуй всегда вас найду и достигну, надеюсь, было круто, пиздато. А кто уебывается так, лучший стрелок я был, блядь. Разъебу пахно. Ребятки, у меня для вас супер новость. Мне админы во время стрима сегодняшнего, поскольку уже новый день, видите, новое обличие и так далее, но я добавляю это в ролик, мне выдали лидерку, потому что невозможно куда-то вступить, мало кто хочет принимать именно вас и так далее, то есть подписчиков. И, соответственно, для этого лидерка, ребятушки, всех вас жду у себя в рифе на Grand RP Saturn. Как получить инвайт? Просто легко. Не нужно быть дауном. Просто подходишь к помощнику, нажимаешь Alt, и тут будет вступить в семью или же организацию. Вступаешь, и потом просто в рацию пишешь «дайте ранг». Тебе девятка или же я выдает ранг, собственно. Но это будет работать, когда я буду в сети. Поэтому я буду стараться постоянно находиться на сервере, дабы вы смогли получать инвайтик, ребятки. Так что спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вот, для вас, так сказать, постарался. Жду вас в банде, ребятки, у вас будет теперь всегда инвайт, будут супер мясные копты, всех вас очень люблю. Надеюсь, вы наберете круто и много лайков, ребятки, что меня смотивирует дальше ебашить и разносить. Все, всем удачи, вы самые лучшие.